Приветствую всех на своем канале, и в этом видео я вам покажу, как легко и просто нарисовать рисунок в 3D. Это сможет нарисовать любой, кто может держать в руках ручку, карандаш или фломастер. Для этого берем любой белый лист бумаги. Я положила свою руку и обвожу простым карандашом свою руку. Затем берем линейку. С помощью линейки я с двух сторон отмечаю, на каком расстоянии я буду проводить друг от друга линии. Примерно беру сантиметр. Вот я наметила, на каком расстоянии буду проводить линии, и начинаю, собственно, эти линии проводить. Рисую линию от края до края. А там, где пальцы и ладонь, эти места я пропускаю. Рисую линии я черным карандашом, чтобы их было лучше видно. Сейчас я прорисовываю саму руку. Там, где пальцы и ладонь, я рисую не сплошную прямую линию, а полукруг. Получается, по руке проходят изогнутые линии, которые придают объем рисунку. Теперь мы можем разукрасить наш рисунок 3D. Я взяла черный маркер. И теперь обвожу нашу руку, то есть провожу по этим нарисованным линиям маркером. Там, где немного я вылезла за линию, я могу сделать толще, тоньше линии, подправить. То есть тут не имеет значения. Мы это делаем по своему все вкусу. И если у вас нет черного маркера, вы можете взять любой фломастер. Или взять шариковую ручку, или разукрасить цветными карандашами. Я прохожусь фломастером по всей руке, там где надо, поправляю линию. Также по контуру руки я прохожусь фломастером и рисую небольшие линии, чтобы придать больше объема нашей руке. После того, как я закончила с рукой, я провожу с помощью фломастера и линейки остальные линии. Наш рисунок практически готов, но чтобы он смотрелся интереснее, я и решила его разукрасить цветными карандашами. То есть каждую линию разным цветом. Сейчас я рисую зеленым карандашом небольшими штрихами. Также добавлю разные розовый, желтый, фиолетовый и синие цвета. Если у вас есть разноцветные фломастеры, вы, естественно, можете это сделать фломастерами.
Не забываем работать над объемом руки. Для того, чтобы увеличить эффект объема, я беру тот цвет карандаша, которыми была прорисована линия, и возле контура руки навожу сильнее линии, прорисовываю таким образом тень, накладываю как бы на руку и на саму линию, чтобы выделить объем. Видно, как с каждым этапом рука наша больше выделяется. Я уже полностью разукрасила цветными карандашами наш рисунок. И чтобы смягчить линии цветных карандашей, я решила растушевать их. А это делать я буду ватным диском. Осталось выполнить последние штрихи. Я черным маркером поправляю линии. И чтобы придать больше объема, я возле руки делаю линию более изогнутой. Прохожусь я так по всему рисунку, и вот что в итоге у нас получилось. Я думаю, что у вас тоже обязательно получится. Если вам понравилось это видео, можете забросать меня лайками. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.